Здорово, народ! Приветствую всех, это будет обзор. Наконец-таки я смог обозреть Lineage 2. Сразу вам давайте поясню по поводу игры, что она из себя представляет. Раньше, возможно, эта игра была хорошей, но вероятнее всего проект был закрыт, либо передан кому-то другому. Но какая-то часть этой игры, она появилась в открытом доступе, группа умельцев взяла эту игру, выдала вот это вот дерьмо, которое сейчас есть, за то, что было раньше, и решила подзаработать на этом денег. Почему я так решил? Ну, во-первых, давайте взглянем на абсолютно, друзья мои, пустой мир. А чё тут так пусто-то? Что за абсурд? Еще предлагают купить подписку к этому говну. Серьезно? Вы прикалываетесь? Ой. Что тут весит 24 гига? Вот мне очень интересно, если честно. Кто-то из вас скажет, да ладно, ерунда. Ну, подумаешь, пустой мир. Зато смотри, какая большая карта. Правда, дороги все пустые, неписи по ним нет. Зато в городах, наверное, дофига неписи. В деревнях, которых ты тут видишь, неписи дофига. Серьезно? Ну, давайте посмотрим, как там дофига неписи. Давай посмотрим немного мирок, в кавычках, пустоватый. Я что-то вот не могу понять, вот его. Кем въехать? Сделан довольно неплохо, но хоть какую-нибудь резкую тут непись. Причаплили. Или тут реально так все пусто жестко. Другую деревеньку уже прибежал. Блин, крестьян-то хоть поставили бы. Зомбиков тут хотя бы три. Че это за фигня такая? Где враг? Очень круто. Ой, как страшно. Особенно если не считать того, что я тут никого, блин, не вижу. В дом зайти я не могу. За полчаса пробежек по этому миру я встретил одного бедного, спятившего от одиночества скелета в этой игре. Ой, человека вижу. Надо же, хоть кто-то есть. Слушай, мертвец, ура. Чувак, привет. А, здорово, как жизнь? Ну, хотя ладно. И все. Один скелет. Бедный одинокий, который там с ума сходил. Да, кстати говоря, вот так вот. Но давайте-ка я поясню. В этой игре, точнее в этой подобии игры, у вас есть так называемые... нет, не так называемые, не у вас есть, а есть так называемые точки фарм новичков. Фарма новичков. Точки фарма новичков. Не для новичков, а для фарма новичков. То есть старые игроки забегают вот такие вот отсеки. И спокойно убивают новичков, которые там кое-как непись-то крошат бедненькие. Пытаются хоть что-то заработать. А как тут происходит ПВП? Давайте-ка посмотрим, а какое ж тут ПВП, если оно здесь в принципе вообще. С одного раза убили, третий раз. Это, да, проверяю. Пошли. То есть у меня вот сколько ХП... Все, смотри. То есть видишь? Как вам ПВП?
Да, верно. Вот сейчас я на этой точке, на которой нахожусь. В эту точку, бывает, забегают старые игроки, так тебя хлопаньки, о, новичка зафармили, ура, ура, ура. Слушайте, пустой мир, здесь определенные только точки, где можно более-менее попытаться поднять себе уровень. Вот эти вот точки, вот на них вы можете поднимать уровень и пытаться хоть как-то здесь выбиться, так в топ или куда-то еще. Но какой топ? Нахрена этот огромный здоровенный мир? Я себя спрашивал, пока бегал, тут более получаса по этой хрени, спрашивал себя, зачем такой большой огромный мир? Ну, потому что он раньше был когда-то населен, говорю, какая-то группа людей просто отхватила часть куска игры и выдал ее за полноценную игру. Это не полноценная игра, это даже недоделкой назвать нельзя. Здесь вообще нечего ни посмотреть, ни поисследовать. Здесь просто реально вот старые игроки развлекаются над молодыми. Зато мне предлагают постоянно подписку. Ты шоу? Подпишись, хорошая игра. Мне писали, кстати, тоже. Очень хорошая игра. Чем она хорошая? Я хрен с ним, этот PvP дурацкое пережил, если бы я мог с одной точки на другую перебежать. И там спокойно пофармить непись. Прокачаться как-нибудь в отдельности от других, там скрытно как-то в других местах. Но куда я здесь убегу с этой точки, если меня здесь постоянно валят? Меня тут 6 раз уже завалили. Куда я убегу отсюда, с подводной лодки-то куда я, блин, денусь? Мир здесь бесполезен. И, кстати, вот что мне больше всего нравится. Игра весит 24 народ гигабайта. 20, сволочь, 4 гигабайта. Какого черта? Что здесь занимает 24 гигабайта? Здесь что, супер текстуры? Большой густонаселенный мир? Много очень NPC? Какая-то супер зверская графика? Нет. Здесь по графике, если посудить, ну максимум она гигабу 5 весила. У меня игра, вон, на которую я играю, там Астрелия. Там какая, народ, посмотрите, графика. Вот там она шикарная просто. А она весит сколько? Она столько же весит, но там и неписи дохренища. Извини меня, еще и сюжет хороший на русский язык переведен. Ну, то есть, в принципе, тоже на русский язык переведено, даже озвучка есть. Но там и графон-то, извини меня, в десяток раз лучше. Это если сравнить две эти игры, то получается, Астрелия что, должна быть гигов 80 веса. Про Lost Ark я вообще промолчу, тут молчу. Эта игра, это не то, что народ было когда-то раньше. Это жалкий кусок просто игры взяли и выдали за полноценную игру. Это просто кусок игры, который выдали за полноценную игру умельцы. Ну, с одной стороны, я могу сказать так. Молодцы, зарабатывайте деньги на лохах. Я в такую хрень в жизни играть не буду. Всем удачи, всем пока.